Ох, что-то мне нехорошо явно. Да уж. Акула. Ну вот и все, да? Ладно, поплыли дальше. Здесь что-то так по ощущениям вообще никто не живет. Не, полно живности. О, взяли, убили. Что за люди? Хотя не люди, скорее. Мне что, надо будет пешком идти? Серьезно? Ого. Это как-то внезапно. Черепашка. Привет. Пришла посмотреть на меня, смотри. Я, говорит, с тобой пойду. Ну ладно. Я, честно говоря, не думал, что в этой игре придется ходить. Опа. Красиво. Водой, понятное дело, больше всего. Что это за звуки? Мне показалось, или вон там что-то есть? Нет, мне, походу, показалось. Тут вообще надо быть внимательным, тут очень много всего может быть. Короче говоря, немного в шоке, что нам дали походить. Не знаю почему, но для меня это было каким-то прям таким откровением. И такой, what? А ну. Это одна из тех цепей, я вижу, да? Наверху. Да, похоже, опять две цепи нужно потянуть, чтобы открылась дверь впереди вон там. Все хорошо, но мне по-прежнему штучку. Я уже понимаю, что сейчас она вполне возможно не совсем мне друг. Хотя на самом деле, я думаю, все по-прежнему хорошо. Ну ладно. Раз. Первый пошел. И второй сейчас тоже, я так понимаю, тоже.
Такое ощущение, что это на время, нет? Не знаю. Медитирующий робот. Ну офигеть. Давай посмотрим, что тут водится. Тикта Алик. Опа. Похоже, такая донная рыба, потому что глаза наверх устремлены. Ложится на дно и выжидает добычу. Конечно. Такая же. Это вообще... Далихор Хинхопс. Пищевая цепь. Вы получили приз. Ох, он пожиратель. О, какая необычная. Аномалакарис. Похоже, не только я думаю, что это какая-то аномальная вещь. Ладно, пойдем. Так, ну, в целом, хорошо. Пойдем за второй. Вторая цепка у нас идет. Идет и идет. Находится там. И забраться я туда смогу только сверху, я так чувствую. Смогу я потянуться? Я думаю, мне он туда надо. Хотя я попробую, конечно. Так, нет. А, ну с этой стороны нормально попадем, я думаю. Или... А, о, все. Все понятно. Просто надо было покрутиться. Выбирайся. Выбирайся, родненький. Ну как они не проспойлерили, да, момент? С тем, что здесь есть передвижение по суше и по воде. Открыто, подумал Штирлиц. Пойдем крутить и вертеть. Там еще одна есть штука для медитации. Я не знаю, я, мне кажется, просто единственное, для чего я это делаю, ну просто самому посмотреть на всякие виды, которые здесь обитают. Ну и может быть для ачивки. Ачивкам я к ним всегда был равнодушен. А для себя мы уже посмотрели. Все, можно... О, можно плыть дальше, я думаю. Хорошо, пойдем. Рыба-молот. Рыба моя. Я думаю, здесь очень много вот этих вот всяких... ракушек и тому подобного лежит. Блин, и хочется прям все обыскивать. Ну да ладно. Артурка, что так долго? И тому подобное. Я знаю, сейчас начнется. Это что за рыба? Тут уже акула. Тихо. Как же меня поободрало всего. Я про это уже даже моментально забыл. Как только мне снова дали вот этот плавать, я просто начинаю как дурачок выбиться и тащиться. Теперь покатай меня, большая черепаха. Хе-хе-хе-хе-хо-хо. Вот это размер. Родная, ты плывешь в стену. В стену плывешь. Мы в стену. А, все нормально. Ну ладно. Хорошо. Я пошел.
буду дикое течение, а меня уже понесло. Пошли наверх. Что делать буду? Здесь мне нырять надо, так я там вроде был, нет? Это не там я только что плавал. Видимо, нет. Видимо, нет. Ого, смотри, кто там плавает. Так это уже плезиозавры, что ли? Подожди секунду. Да, реально. Хо-хо-хо-хо. Офигеть. Я в тебе, родной, я в тебе. Пипец, ты посмотри. Эласмозавр. Вот. Как это вообще? Здесь какой только живности нет. Я в шоке. Обидно, что штучки все куда-то растерялись. Ни одной нет. Видишь, ни одной. А так было бы прикольно вместе с ними поплавать. Ох и музыка. Я просто в эту сторону не смотрел больно-то. И между тем, небо рядок, небо рядок. Давай-ка выходи наружу. Дакозавр. Я поначалу еще промолчал такой, когда в предыдущем чане у нас там плавали ящеры, но... Я такой подумал, не, я, наверное, кажется, короче говоря, ну, вот эти, которые были там на вершине пищевой цепи. Такой, ну, наверное, я просто чего-то не знаю. А в итоге тут реально ящеры, динозавры древние, и вот, да, я удивлен. Может быть, мы являемся машинами, которые пытаются вернуть жизнь на планету. Может быть, именно этим мы в процессе игры занимаемся в итоге-то. Может такое быть? Может. Кто-то кого-то точит. Блин, я не теряю надежды найти штучку. Я понимаю, да, что это уже какой-то фенечкой становится и навязчивой идеей, но я продолжаю искать. Я продолжаю искать. И когда-нибудь я найду. И я вам говорю. Это будет хороший день. Я думаю, здесь еще где-то наверх. Еще где-то наверх можно подняться. И там побродить и найти штучку. Все как обычно, короче говоря. Что-то не меняется никогда. Отна поплыли.
Я там слышу какой-то громкий звук при этом. Мне кажется, что мы туда поплывем сейчас. Чего тут только нет. Ну да, ну да. Я должен покататься. Должен. Не дает нормально. Офигенский. Офигенский. Судя по стволу, это береза, что ли? Да, береза, смотри. Камера временами ведет себя очень странно. Так, пришла, пора нырять. Отлично, тут течение. Хорошо. Сейчас быстро доберемся куда надо. Такие моменты просто обожаю вообще. Ох, наконец-то мы отсюда убираемся. Наконец-то мы попадаем... Нет, мы попадаем обратно в какие-то развалины. Все собрал. Здравствуйте. Здесь рыбы как такие своеобразные вейпоинты показывают, куда двигаться. Всего один вопрос. Как это вообще все произошло? Огромная цивилизация, все под водой. Ты посмотри просто на это. Слушай, это то самое место. То самое место, которое... помните, вот это вот призрачное было, когда мы собирали вот эти вот все храмы, возвращали их к жизни, мы вот точно такой же свод видели, точно такой же купол. И что? Либо моя. Хорошо. С ней повзаимодействовали, но я вижу несколько цепей, с которыми, похоже, надо как-то что-то. Вот, допустим, с тобой. Просто покрутить. Насколько все-таки вот виды, которые созданы для одной и той же цели природы, насколько они похожи? Вот дельфины и вот эти ящеры, да?
питаются рыбой, и у них сама вот эта вот сам стиль жизни, стиль жизни, лайфстайл, да. Короче говоря, то, как они живут, то, чем они питаются, их сформировало именно такими вот. И дельфинов точно такими же. Может, попадем на какую-нибудь когда-нибудь другую планету и вдруг найдем там жизнь. А звери будут очень похожи на наши, потому что эволюция создается не просто так, а функционально. Как мы видим на примере этих двух видов. Ой, ладно, я поплыл. Да, это я, интересно. Не в то ли самое призрачное место? Но я опять окунулся в эту желеподобную субстанцию. Да, именно так. Не знаю, что она со мной делает, но явно делает что-то. Потрепала меня за нашу дорогу. Дорога была довольно долгой. Но я думаю, все будет хорошо. Да, посмотрим, что же это. Да, мы опять попали сюда. Мы сделали все, что нужно, и теперь по центру у нас местная жизнь, или что это? Я говорю, какая-то живая вода. Давай впитаем ее. О, акулка! Серьезно. Что ж ты не бережешь-то себя? И я возродился. Хорошо, пойдем вниз. К этому самому истоку, который нам показывали в самом начале игры. О-хо-хо-хо-хо! Что это такое? Большая белая акула. Офигеть. Хорошо поплыли, акулыч. Я помню свои ощущения от Джорни, я такой под конец. Я ни хрена не понимаю, но мне так нравится то, что я делаю. Вот, вот примерно то же самое. Вода поднялась выше. Так, отсюда я пришел. Блин, ну хочется осмотреться. Ну, о, игра, ладно, пойдем. Нафиг всю вашу технику. Природа рулит. Природа рулит. Пошли вон.
Все, вот не волнует, вот просто хочу покататься на акуле молоте. Прости, акула Кулыч, сначала я поймаю ее, а потом буду заниматься уже всем важным. Иди сюда, рыба моя. Рыба моя. Да не с тобой, ну ладно. Вот так, правильно. Так и надо. Давай вторую тоже. Офигеть, смотри. На, буду сам делать эти дела. Плывешь. Хорошо, сам плыву. А ты за мной тогда давай. Стояли себе, никому не мешали. Вокруг вон жизнь развивалась своим чередом. Тут пришел я, и все, понятное дело, поломал. А, я хотел не так сделать, я хотел выпрыгнуть, ну ладно. Я иду за тобой, проклятый механизм, слышишь меня? Это так круто, что я опять сижу и улыблюсь просто. Хорошо. Хорошо. Давайте двигаться дальше. Просто разнесем все это. Давайте, у нас хватит сил. Вперед, рыбки! С дороги. Все с дороги. А вот и ты. Ты лучше, чем штучка. Да. Знай.
общем, природа, как обычно, победила. Природа технологии 1-0. Это было круто. Я так чувствую, что это конец. Или одно из двух. Абзу. Да, да. Именно так игра и заканчивается. Отражение вы получили приз. Действительно типичная игра от этого геймдизайнера. Она очень похожа на Journey. Атмосфера очень похожа на Journey геймплеем. Только там ты бегал по пескам, а тут ты плавал по океану. На самом деле я не могу сказать, что игра 10 из 10, как было в случае с Journey. Просто потому, что это уже повторение пройденного на самом деле. И при этом на Journey у меня был какой-то такой дикий восторг под конец, потому что там была реально и комедия, и трагедия. Там под конец главная героиня реально что погибала, по-моему. Ну, это не спойлер, потому что игра вышла уже 4 года назад, или даже 5, ебаномать. В общем, там были дикие вот эти вот ощущения одновременно и горечи, утраты там. Под конец все игроки натурально рыдали. Здесь такого все-таки нет. В игре есть какой-то такой реально восторг, вот чистый, вот самое главное, что есть в этой игре, она дарит эмоции. И тут именно, что есть восторг, когда ты начинаешь уже побеждать и двигаться вперед. Но какой-то там горечь, когда вот это вот случилось с главным героем, особо не было. В общем, все как-то так. На самом деле игра очень хорошая, очень красивая, музыка просто волшебная. Но, повторюсь, Journey лучше. Journey лучше. Эта игра на втором месте встанет у меня в списке игр от вот примерно этих людей. Все-таки за Journey отвечал не только этот геймдизайнер, но еще и огромное количество людей. Ну, в общем, Journey, Abzu, Flower и тому подобные игры, они на самом деле дарят вот такие вот эмоции, и это, по-моему, хорошо. В общем, вот, я не знаю, что еще сказать по поводу этой игры, но она была реально хороша. Она мне безумно понравилась. И пишите свои предположения по поводу того, что же случилось с местной цивилизацией. Я думаю, что в итоге... Ладно, я лучше вас почитаю. А вы пока не забывайте комментировать и ставить пальчики вверх. Увидимся. На этом все. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока.